Ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас суббота и довольно-таки прохладненько с утра, честно говоря. Мы решили с Барбосом немножко прогуляться, проветриться. Вот. И я тоже сам решил, короче, немножко проветриться. Потому что, ну, вы знаете, с утреца вообще классненько. Выйдешь так спокойненько, тихо вообще. Зачетно, очень классно. Вот. У нас, значит, уже, короче, в Норильске похолодание. Уже похолодание. И довольно-таки, знаете, как-то серьезно начинает все холодать вообще, по-взрослому. Вот. Но, вы знаете, это ерунда все на самом деле. Я очень люблю зиму. Конечно, не такую длинную, как в Норильске. Но вообще зима, это на самом деле классно. Классно, классно, топовое вообще, зачетное. Вот. Много есть классных зимних игр, развлечений и так далее. И тем более Норильск сейчас наш потихонечку такой, знаете, становится как в 12 стульев, превращается в Васюки. Вот. И скоро, наверное, с Норильска будут стартовать всяческие ракеты. Там, будем бороздить космическое пространство и так далее, и так далее. Вот. Но я, наверное, уеду на то время, когда начну борождение космического пространства. Ну, это, короче, из области фантастики все. А вообще, вы знаете, мне очень нравится город Норильск. Он хороший на самом деле. Ну, он классненький. Здесь, вот я так вспоминаю, детство свое. Так, довольно-таки скучно было на самом деле. Скучновато. Ну да, были там кинотеатры, там еще какая-то фигня всякая. Вот. Сейчас здесь много всяческих там развлекух появилось, разных кафешек там и так далее, и так далее. Там вот тут меня недавно приглашали на лазертаг. Ну, там побегать, попрыгать, там фигней позаниматься. Очень-очень город меняется. И вы знаете, с каждым годом наш город становится все лучше и лучше. Начали убирать мусор везде. Вообще зачетно, ребята. Мусор начали убирать. Офигеть можно. Так что вот так вот. Ну, что еще вам рассказать такого интересного прям с утреца? Ну, начали везде всяческие знаки ставить. А раньше, помню, в 90-е вообще такой развал был. Ну, и довольно-таки грустно было. Такая грусть, печаль вообще. А сейчас все намного лучше становится. Так что вот так вот. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Мне будет очень приятно. Приятно, если вы будете как-то реагировать. Да, и у нас есть телеграм-канал, есть инстаграм-канал. Заходите, смотрите, и все будет здорово. Всем пока-пока и хорошего настроения.